Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Лего Сэм. И сегодня я для вас подготовил вот такой вот классный сундук. Ну вы спросите, наверное, а что же в нем такого сундук, как сундук? Но на самом деле, ребята, он, как обычно, с каким-то секретом. То есть тут нужно будет провести определенные действия, чтобы нам получить то, что находится в содержимом. То есть то, что находится внутри него. Если мы вот так вот его попытаемся открыть вверх, у нас с вами это не получится сделать. Выглядит он внешне как обычный сундук, но вот так вот, еще раз повторюсь, он не открывается. Открывается он совсем по-другому. Так, ну что, давайте его осмотрим. Тут ничего особо нету, тут ничего вроде бы не тыкается. Так, вот, смотрите, ребята, тут я кое-что заметил. Тут есть вот такое вот пространство. Тут вот есть вот такая вот штучка, и, наверное, можно за нее потянуть вот сюда. Так, ну-ка, ребята, пока особо она у нас не тыкает. Ай, да, вот, отлично, ребята, все, вот она у нас потянулась, и мы смогли что-то вот тут вот открыть. Так, давайте осматривать дальше. Итак, ребята, я все-таки думаю, его нужно повернуть вот так вот, наверное, спереди. Может, что-то тут у нас... О, ребята, смотрите, и вправду что-то тут у нас с вами тыкается. Ну-ка, а если мы ее попробуем вот сюда отодвинуть? Ой, это у нас штучка вылетела. Ну, вроде ничего страшного не произошло. Так, давайте попробуем. Так, дальше она бы не выдвигается. Что же можно тут сделать еще? Может... А, ребята, смотрите. Ну-ка, тут еще двигается. Давайте попробуем вытащить. Это какой-то у нас... Ну, выглядит на самом деле как обычный ключ. Может, все-таки куда-то его нужно вставить? Так, давайте вот эту деталечку пока уберем в этот ключ тоже сюда и посмотрим, что же тут еще можно с вами сделать. Так... Ну, вроде бы тут, вот давайте быстренько пройдемся, тут вроде нигде ничего тыкать нельзя. Так, ну только ее обратно, но думаю, она нам тут не поможет. Ключ нам вставлять тоже некуда, тут особо ничего нету. Такс, а если мы попробуем открыть крышку сейчас? Ребята, да, крышка открывается, но открывается необычным способом. Ха! Смотрите, как она выглядит. То есть, скорее всего, ну не скорее всего, а механизм работает так, что мы засовываем сюда и не можем вот так вот поднять. Круто. И вот к потолку как раз мы можем прикрепить все, что мы с вами хотим. Так, давайте сейчас, секундочку, я беру лего-баксы, и мы можем их, допустим, вот положить как-нибудь вот так вот. Или, допустим, где-то тут прикрепить. Можем сделать все, что вам придет, конечно, на ум. Так, ну что, давайте его закроем обратно. Все отлично. И теперь давайте я вам покажу сборку. Ребят, вы все видите вот эти самоделки сейчас у меня на столе. Все это я собирал вручную. Но что делать, если нет деталей? Есть выход. Это сайт моего друга samkids.ru. Здесь можно купить наборы различных сейфов с механизмами. Также наборы для мини-фигурок, допустим, набор фастфуд, деревенский столик и бильярдный стол. Ассортимент здесь очень большой. Любителям игровых автоматов тоже понравится. Смотрите, какие прикольные тут есть. Даже набор тир с пистолетом, который стреляет по вот этим мишеням. Ну и, конечно же, набор баскетбол. Различные мини-фигурки из аниме, наборы по Майнкрафту и многое другое. Сайт вот-вот недавно открылся, поэтому сейчас в честь открытия скидка до 30% на весь ассортимент. При этом на сайте действует абсолютно бесплатная доставка по всей России. Если что, Сэм оставил ссылку на этот магазин в описании, поэтому переходите, всем лично рекомендую.
Ну вот, ребята, и собрали мы с вами вот этот вот сундук. Все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, он вам понравился. Также, как я и говорил, у меня есть телеграм-канал. Там вы можете присылать свои самоделки, и я буду выкладывать их туда, в свой канал. Спасибо вам всем за то, что комментируете, ставите лайки и подписывайтесь на мой канал. Это правда очень помогает продвижению. Всем спасибо и всем пока.